Привет, народ! Значит, с вами Ник Фрост, Mortal Kombat Mobile. Я собирался поиграть Люканом, но поскольку у этих чувачков восстановилась одна полоска... Я не понял, разве не восстановилась? Черт, как это, блин, здесь же две написано. Я не понял, вы зацените. Одна полосочка и вторая полосочка, да? Это же мне не кажется. И при том у каждой карты. А когда нажимаешь одну битву... Типа не хватает? Чего? Ну и пошли в жопу. В смысле не вы, в смысле разработчики, да? Тогда наш выпаде Люкан. Люкан у нас преисподня. Пофиг, возможно даже алмаз. Я в этом не уверен. Да, он оказался алмазом. Он у меня получил 8-е слияние. Так, кого ему поставим в банду? Ну, всякие тут кожаные лица пусть ждут Хэллоуина, им я пока играть не буду. Блин, промахнулся, черт! В принципе, промахнулся, можно его с собой взять. Скорпион и что-нибудь смешанное. Есть еще что-нибудь смешанное, чтобы тоже получало нифигово ништяков? Есть у нас Скорпион, самый последний, но поскольку он тупо лох... Мы берем эту карту. И что? И этот скорб всем дает плюс один к силе? Что, реально? Ну, в смысле, плюс полтора? Годнота, 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 та-та. Значит так, поджигаем. Так. Блин, реально этот мудак где-то в испытании у меня задействован. Черт возьми, надо сейчас зайти раздеть. Раздеть парня. Где оно? Где оно? Почему его тут нет? А, потому что он золотой, потому что он золотой, золотой, золотой. Этот или другой? Вот этот. Так, я понял, он где-то в испытании. Чё, блин, он отдал шмотки. Текс. Люкен. Люкен. Можно ему дать мод. Мне это будет эпично. Ну, лучше не давать, конечно. Где его бандана? Бандана, 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 бандана. Нафига она ему? Неизвестно, где она. Ее... Так. И броню, 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 броню. Какую-нибудь броню. Где броня? Броня, блин, где она? Так, есть. Люкан готов поджигать в начале боя. С мотом он еще жестче. Если бы у него был мод, он бы мог поджигать. Блин, давайте дадим ему мод. Нахрена ему эта шапка? Что она дает? Бонус к лечению, вероятность превращения основных атак неблокируемый. Бонус к заряду сильный. Бонус к заряду сильный. 35 превращения основных атак неблокируемый. О, ничего себе. Так оно не такое и говно. Пиу. Ладно, давайте сделаем Люкана крутым пацаном. Все, Люкан крутой пацан. Появляется и всех нагибает. О, и по урону он к этим подкачался. Хотя зачем я это дал ему мод? Так, давайте помазуем. Не, ребята, надо все помазовать. Мод это очень круто. Мод это очень круто, но нахрена ему мод, если у него будет срабатывать его шмот, который, возможно, даст ему силу. Вероятность похитить 50% вражеской силы в начале боя. Нахрена ему еще мод, если... Блин, ну тогда он может с рентгена начать. Блин, сколько вариантов с этими алмазами? А если у него молот? Это уже 2,5. И плюс вот это дело, и он может начать с рентгеном. Капец, у Коли разбегаются глазки. Кстати, говорят, Скорпион голимая карта. Как вам такое? Слышали когда-то такое? Скорпион говно! А я вот возьму и дам ему молот. Или не дам? Вот в чем вопрос, так, секунду. Скорпион, Скорпион, ближний бой. У него 91 тысяча плюс кровотечение. 91 тысяча плюс кровотечение. А что у этого? 91 тысяча плюс дуля с маком. Окей. Че, значки? Нафиг. Эрон Блэк, Эрон Блэк, Эрон Блэк. Эрон Блэк с молотком. Как вам Эрон Блэк с молотком? Это будет необычно.
Не люблю я Арон Блэка. Вот не люблю и все. Скорпион у нас получает кровавый томагавк. И все подряд, что мы тут находим, накидываем на Скорпиона. Желательно даже где-нибудь его кунай откопать. Было бы очень даже неплохо. Ну, короче, типа упаковали. Типа, все готовы нагибать, все, вперед, 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 вперед. 5 битв. Так, против меня тоже соперники серьезные, как я не знаю что. Знаете, что я бы хотел перерисовать? Вот это, вы еще подождете, если я отвлекусь? Блин, нельзя, черт, хотел перерисовать вот эту фигню, где у меня Соня там, эмблему свою. Так, это мой третий ролик за сегодня, я что-то, блин, в ударе соскучился за комбатом. А был бы рентген, сразу бы минус кобылка была. Тык-тык-тык, а так придется вторым бить. Ну ладно. А был бы молот, блин. Сразу бы ее нагнул. Зато те сразу стартанули с рентгеном. Хьюстон. Она завалила бойца. Как? Неужели Люкан такой слабый? Чуть побери, мать, перри, мать. Как? А, блин, не могу поменяться. Сейчас, сейчас мы это исправим. Да, Люкан нифигово крутая карта. Че он так быстро сдох? Окей. Окей. Я знаю, че он быстро сдох, потому что он уже трупак. Все битвы. Чё? А, вне битвы. О, у него тоже Люкан. Люкан против Люкана. Чей Люкан люканистей. Так, короче, я 4,5 года ныл по поводу картинок. Теперь буду тут ныть. Фу, добавьте новых картинок. Почему так мало? Почему только 6? Фу, мало, хочу новых картинок. Так, и кто тут в ступор упадет? Ты лох. На тебя. Короче, 3 рентгена, ребята. Этот ролик называется 3 рентгена. Тыц, 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 тыц. Очередной рентгенчик. Бух. Ух ты, как он забавно кричит. Три рентгена, это было круто, но он живучий оказался. Чего это такой живучий? Так, а это бьет блок или нет? Не бьет. Ты еще свали из боя. Да блин, хочу поменяться. Что там? О, что он там делает? Какие-то полосы на экране. Ай, больно. Ай, больно, больно, больно. Ой, больно. На тебе, блин. Ты что, моя самая сильная карта? Я еще молот зарядал. Святой Константин против меня была. Что, точка запрещена? Короче, Святой Константин того. Блин, Люкан даже не прокачивается. Но одно слияние он получил. Это неплохо. Да, это неплохо. Да, да. Да, против меня холодная война. Да, 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 да. Не знаю, что там у него одето на Саб-Зиро. Но какой-то Саб-Зиро, блин, 99 тысяч жизней. Чё-то он, наверное, забыл ему одеть броньку. Так, ну этих надо приемами спамить, потому что с них ни хрена... Ни хрена не будут спадать. Ух ты, как я сдалека начал. Хоть чё, хоть чё. Гори, гори. О, давайте ей не дадим поменяться. Все, она не может меняться, а рентгены у нас... Соточку, 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 нет? Ладно. Чик, чик, чикра. Чики-брики. Опа. Блин, Сталин не заморачивался с именем бойца. На пульке. Чё, блин? А, талант. Ты
Ты чё гонишь? Так первенстве с приемом притащить, столько жизни отобрать? Да ну не может быть, это кидалово. Гори-гори, ясно. Чтобы не погасло. Тупо лупим в блок. Нифига себе он первым приемом притягивает. Ты, блин. Твоя смерть. Или что там написано? Что там написано у него? Не твоя смерть, там что-то другое написано. Чё я пытаюсь прочитать, но не могу. А как тебе такое? Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Тыц-тыц-тыц-тыц, комбец. Тыц-тыц, только так. Тыц, Никоич, твоя. Допустим, там написано смерть. Иди С тогда. Так, давайте почитаем. Никто не уйдет от Скорпиона, мы поняли. Против спецназа. Так, читаем. Твор мя матерь. Мама матерь. Твоя мати. Матерь. Типа, если буква А это типа я, твоя. Типа матерь, что ли? Блин, капец. Капец, как сложно. Ох уж эти любители транслита. Так, мы еще тащим, 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 тащим. О-о-о, чувак без шмота, ну ты, ну я не знаю. Это папандос. Лавандос. Каждые 4 часа вы можете получить в магазине бесплатный бронзовый напарчик. Файт, сказал голос свыше. Тых, тых, тых. Трумба! Сотня. Да хер тебе в блоке. Рентгены делаю просто из-за баловства. Ну как бы, блин, уже минус боец, втроем двоих как-то завалим. Но реально надо было по вторым бы пулять. О, с вот этим я не знаю, что сделать. Давайте его. Да ты злой какой вообще, капец. Давайте его вторым популяем у него. Не рентгенами, а вторым. Чпок, чпок, чпок! Нормально. Второй прием тоже рулит. О, Люкан вышел первым. Ничего себе. Ничего себе. Люкан максимум. Да понятно. Надо будет его это. Так я апну до 10 слияния за эти 6 дней. Буду просто покупать наборы. Наверное, не будем покупать тут второй набор, ребята. Будем покупать только люканчиков. Люкан. Воу-воу-воу. Люкан, Люкан. Ловушка забирает что-то там. Ой-ой-ой, сейчас это зря. Ой-ой-ой, это зря. Это сейчас он такой будет злой и агрессивный. Вон, смотрите, смертельный урон там у него. А, блин. Давай-давай-давай. Хоть сдалека. А, шукер. Блин, надо было вторым, чтобы наверняка. Блад. Блад затупил. Блин, надо было сразу делать второй и не парить голову. О, страшно, страшно, страшно. Да на тебе, блин. Придешь Хэллоуин. Ой-ой, это случайно вышло. Блин, это случайно, сука. Какой сложный бой, какой сложный бой. А-а-а, пробил лох. Блин. Талант. Блок, 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 блок. Давай, меняйся. Да меняйся уже. О-о, рентген. Твой рентген против моего рентгена. Блин, здесь у него хватит сил ее коцнуть. Или надо было сливать Люкана. Блин, надеюсь, ты сдохла. О-о. Она не сдохла. А дура, ты тоже не смогла его убить. Но ослепила. А как тебе такое? Сейчас. Спокойно, спокойно. Сейчас эта фигня с тебя спадет. А как тебе такое? Два рентгена слабо пережить? На, блин.
There's no escape from Scorpion! Ух ты, блин, два уровня. Ничего себе. Алюкан уже максимум. А вы уровни получаете. Алюкан вот вас всех того. Обогнал. Я уже претендент 2. Даже не знаю, что дают за это. Да особо похер, блин. Что там дают за претендента? Золотая классическая мелю на 7%. Алмазный рейдинг 3%. Что? Еще алмазный скорпион 5%? Ого, ничего себе, какие тут цифры гигантские. И какое-то Г 85%. Ничего себе, где, куда я забрался? Претендент 2, надо будет это... Надо будет здесь остаться. Пикают наушники, вот они слабые теперь у меня стали. Ладно, блин. Так, идем в магазин, короче, в жопу кабала. Покупаем... Круг тени, 6 дней, 0 часов, детка. О, да, две карточки купим. А вдруг повезет? Не, ну, скорее всего, не повезет. А вдруг повезет? А, не повезло. Я думаю, объяснять не надо, почему. Ай, отстойненько. За сегодня это у меня уже второй триборг. Триборг. Давайте еще разок этого. Темный император Люкан. Эх, блин, моя хотеть. Эх, и снова какое-то говно. Что ж так и не везет. Там не... Как вы думаете, кто там? Вот, вот кто там может быть? Неужели Триборг, а ну? Уе. Драконорожденный. Дайнерис Таргариен Горо. Это мазафака. Ладно, не свезло. Короче, с вами был Ник Фрост. Супер крутяцкий отряд, Кутон. Люкан, блин, достиг своего максимума. К сожалению. Но хотя бы одно слияние получил. Ладно, я всех нагнул. Всем спасибо. До новых встреч. Пока.